Судоремонт и судостроение возрождаются на Камчатке. Это стало возможно благодаря решению президента Владимира Путина о введении так называемого инвестиционного принципа в отраслевое законодательство. Приняли программу «Квоты под киль», в которой активно участвовал камчатский колхоз имени Ленина. Сначала построили несколько новых траулеров на верфях Калининграда, а в 2021 году для завода началось строительство флота на территории полуострова. В закладке киля малотоннажного рыболовного сейнера проекта 04130, состоявшегося 12 июня 2021 года, принял участие и губернатор края Владимир Солодов. Сегодня начинается строительство судна, которое станет первым в серии, и уверен, что за ним последуют и другие. Поэтому значение сегодняшнего события действительно трудно переоценить. А значение судостроительной отрасли для Камчатки не мне обосновывать, потому что это рабочие места, потому что это технология, потому что это развитие промышленности, которое тянет за собой качество жизни, уверенность в будущем дне и процветание Камчатского края. Новые 27-метровые сейнеры по внешнему виду кардинально отличаются от привычных для Камчатки маломерок. Они строятся с применением современных технологий и оснащены новейшими орудиями лова. На сборку металлического корпуса сейнера уходит чуть больше полугода. В районе Сероглазки достраиваются первые два судна. Степень готовности одного из них почти 80%. Вопрос возрождения отрасли Владимир Путин обозначал не раз. В списке поручений главы государства по итогам совещания о долгосрочном социально-экономическом развитии Петропавловска есть пункт о судостроении. Владимир Путин поставил задачу просчитать и представить предложения по созданию судостроительного кластера Камчатского края.